День Святого Валентина или День влюбленных – этот праздник празднуют 14 февраля во многих странах мира. Традиция празднования этого дня именно как Дня влюбленных закрепилась под влиянием английской и французской литературы в конце 14 века. В США этот праздник празднуют с 1777 года, в СНГ – с начала 90-х годов. Согласно преданию, история праздника берет начало с раннехристианского мученика по имени Валентин. В III веке римский император Клавдий II рассудил, что женатый солдат вряд ли будет храбрым и отчаянным, поэтому запретил воинам жениться, а девушкам выходить замуж за любимых мужчин. Священник города Терния Валентин считал иначе и под покровом ночи освящал браки любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, приговорив к смертной казни. В заключение святой Валентин познакомился с дочерью надзирателя Юлией. Влюбленный священник перед смертью написал любимой девушке признание в любви и подписал его «Твой Валентин». Прочитано оно было уже после того, как священника казнили, а сама казнь произошла 14 февраля 269 года. Отмечающие этот праздник дарят своим любимым и дорогим людям подарки – цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и особые открытки со стихами, любовными признаниями или пожеланиями любви – валентинки. Большая часть валентинок анонимно, не имеет обратного адреса, написана справа налево или левой рукой. Так принято, это прибавляет загадочности. Правда, получатели потом вынуждены искать анонимного посланника, если, конечно, верят в судьбу. Каждый народ отмечает День Святого Валентина по-своему. Британцы, например, в День Святого Валентина посылают любовные послания не только друзьям и знакомым, но и своим домашним животным. Японцы же оказались более оригинальны. Они переделали 14 февраля в 8 марта для мужчин, когда подарки получают в основном мужчины. Любовь окрыляет и вселяет надежду. Это основа мироздания, движущая сила, исцеление, залог успеха в любых начинаниях. Хочется поздравить всех влюбленных с этим чудесным праздником и сказать, что быть влюбленным чудесно и восхитительно. Это великолепное чувство. Я, Наталья Вельцюкова, от себя лично и от коллектива «Аркада Гранд» хочу поздравить всех. Искренне желаю, чтобы ваша любовь делала вас сильнее, храбрее, добрее, а душа и сердце наполнились теплом, нежностью и лаской. Цените, берегите и любите друг друга. День Святого Валентина хочу пожелать никогда не предавать свою мечту и верить в свой светлый путь, проявлять нежность и заботу о родных и близких, ловить вдохновение, совершать красивые поступки и добрые дела. С праздником вас! С Днем всех влюбленных!